Оригинально. Керамическую плитку заменить краской под цвет плитки. Около областного русского драматического театра имени Станиславского. Так украшают наши дома. Ну хорошо, хоть это делают. Это же правильно. А, покажу. Еще внутри, что происходит на бульваре Мира. Кто-то здесь жил. Узнают свои дома. ЖХАС мебель. Дом обуви, да? Ну вот еще один дом. Чей-то родной. А это дворы бульвара и улицы Лободы. То, что, конечно, здесь творится, это ужасно. Центр города, а чтобы сюда заехать, это надо потратить кучу нервов. Это ладно, еще вот здесь асфальтовые дороги вроде бы не сильно разбиты, а там вообще не проедешь. Центр города, ну вот это уже можно было сделать, тем более теперь эта улица не бульвар, а проспект Нурсултана. Там, говорят, покрасили. А, кстати, покрасили. Сейчас пойдем посмотрим, что они там покрасили-то. Тротуары покрасили. Я еще не видел. На проспекте. Но это вот к тому, что покрасить-то покрасили, а для удобства жителей что-то не так. Сейчас вернемся на бульвар, посмотрим, что там сотворили наши градостроители. Дуванчики будущие. Там зал спортивный, карат. Ну, карат — это известная у нас фирма, лошадьми занимается. Ипподром есть. Так что, с одной стороны, спортивные дела. Когда-то выкупили за копейки этот спортивный зал. А с другой стороны, элитный вид спорта. Это около Голубых прудов. Ну, как-то мы показывали эту картину, которая связана с лошадьми. Правда, в скачках не участвовали, но имеем представление, где у нас такой элитный клуб. Это вот мы уже подошли фактически к 63-й школе. Такой бардачок, такой же асфальт. Там, кстати, уже улица Лободы начинается. Вот такие дорожки. Дождя не было, а дождь будет. Холодно чего-то сегодня. Но обещали мороз. Так что вот так вот и живем. Внутри проспекта нового. А хорошо люди, кстати, живут. Вот подошел сюда. Сумка ЮССА выбрасывает. Вот эти диваны уже столько здесь валяются, кожаные, никому не надо, абсолютно, и не вывозят. Хорошее благосостояние у карагандинцев. Сейчас покажу то, о чем говорил. Вот дорога от улицы Лободы, из дворов.
в сторону нашего проспекта Нур-Султан. Вот так едем, да? Уже машина скрипит. Выезд. Вот это вот зал. О боже мой, что с ним? Я и не видел. Он разваливается, что ли, уже? Да, точно. Называется зал «Карат». Спортивный клуб. В центре города. Выход на бульвар. Ну, бульвар по-старому называю, по привычке. Проспект, наверное, не совсем правильно. Проспект все-таки широкие улицы. А бульвар это скверики. О, елки-палки. О. Вот. Сколько лет, между прочим, это... Ух! Этим ямам. Ну, такая вот история. Что здесь сделали нового? Вот оно что. Вот эти дорожки покрасили красной краской. Ну, в принципе, пусть так будет, только они уже сейчас пыльные. Как они там гарантию дают, 10 лет, что ли? Красота такая будет. Ну, потратили деньги, бог с ним. Хуже не сделали. Только лучше бы асфальт бы сделали сначала во дворах. И там вот, где я показывал, где красный, где краской не красят вместо керамических плиток стенку. Так, ну я проеду, пожалуй. С этой стороны тоже плитки закрашены, как они говорят, резинобитумной краской, 10 лет гарантии. И справа, и слева, ну, решили бульвар более таким в красных тонах сделать. Проспект. Так, извиняюсь, поворачиваю. Ну, все, пока так.